Режим повышенной опасности введен в швейцарской Женеве. Там разыскивают как минимум 4 подозреваемых в терроризме. Сообщается, что эти люди пересекли границу на микроавтобусе с бельгийскими номерами. И один из них может быть связан с организаторами атак на Париж 13 ноября. На улицах сейчас усилены патрули. Особые меры безопасности введены в комплексе офисов ООН. Охране раздали автоматы.